Привет, дорогие друзья, на связи Владимир Коваленко, я эксперт в области продвижения MLM-индустрии. И поискав на просторах интернета, я понял, что нет нигде видео, как рекрутировать через YouTube. Понятно, что есть оптимизация видео самого канала, но как с помощью этого же канала привлекать новых людей, я увидел достаточно мало роликов, поэтому решил собрать воедино методы, которые использую я, также моя структура, и мы получаем результаты. Поэтому это видео подойдет для тех, кто хочет с помощью YouTube канала расширить и получить больше заявок в свой бизнес. Итак, поехали! Рекрутинг через YouTube. Первое, что должно быть, это, конечно, у вас должен быть продающее оформление канала. То есть он должен быть уже красиво оформлен. Шапка, плейлисты, заставки к видео, то есть обложки видео. Для того, чтобы когда заходишь, да, было понятно, о чем этот канал, кто его ведет, какие там видео, чтобы все было, в принципе, в одном стиле, продающе это выглядело. Вот примеры, как может выглядеть вкусно продающее ваш канал YouTube. Поэтому обязательно, прежде чем делать дальнейшие действия, о которых я буду рассказывать, вам необходимо в первую очередь настроить ваш канал, оптимизировать его. Об этом, конечно, вы можете найти на моем канале, ссылочку сейчас я вам покажу, подсказочка, как оптимизировать видео, как оптимизировать канал. Дальше. Партизанский маркетинг. Все, наверное, знают, но мало кто применяет. И я еще раз вам повторю, как это можно сделать. Первое. Пишем ключевое слово в поиске YouTube. То есть нам нужно найти какое-нибудь видео от какого-то эксперта. Дальше. Сортируем видео по фильтру «Дать добавление видео». Да? Оставляем экспертное мнение под видео. Также можно находить лидеров мнений и под их видео с вашей целевой аудиторией. Также оставлять комментарии. То есть мы достаточно много экспертов на любые темы в YouTube, абсолютно на все темы уже все есть, да, и вы можете, так сказать, партизанским маркетингом с помощью того, что люди уже когда-то написали, зайти к ним, посмотреть их видео, даже не обязательно всегда смотреть, оставить экспертное мнение, то есть экспертный комментарий. Главное не оскорблять ведущего, не рассказывать, что у него плохо, у меня хорошо, не нужно продавать в комментариях. Например, как это может выглядеть? Давайте я вам покажу. Например, нам, ну вот раскрутка через YouTube, да, набрали ключевые слова. Видим здесь разных специалистов. Вот, топ-3 фишки продвижения видео на YouTube. Заходим сюда. Либо к этому видео, либо... Илья Емельянов, и я занимаюсь продвижением. Давайте зайдем на автора. Так, заходим в папку видео. Дальше мы можем упорядочить, чтобы понимать, какие самые популярные чаще всего смотрят, например, либо которые были добавлены по дате не позднее месяца. Я думаю, что вот это вот как заработать в TikTok будет актуально. Сейчас эта сеть достаточно популярна и смотрят многие. Поэтому заходим сюда на это видео. Привет, друзья, меня зовут Илья Емельянов. Ставим на паузу. Дальше оставляем комментарии. Ничего не оскорбляем, никому ничего. Говорим, что спасибо за полезную информацию. Я тоже благодарность хотел бы поделиться своими наработками от Инстаграма, Ютуба. Заходи ко мне на канал. Все. Оставляем комментарий. Здесь ничего такого нету, вы просто поблагодарили, это всегда полезно автору, да, за его труд, и сказали, что можете заходить ко мне. Люди, когда заходят, смотрят видео, да, если им интересно, они дальше читают комментарии. И если у вас интересный комментарий, не просто очень круто, там, они раз, так, спасибо, блин,
или своими наработками, тра-та-та. О, в принципе, раз, переходят ко мне, да, они понимают, что, о, здесь что-то интересное. Привет, да? Меня зовут Елена Ковленко. Им сразу ролик включается, кто это такой, трейлер. Это как раз о том, что ваш канал должен быть изначально оформлен по полочкам, чтобы все было тип-топ. А дальше он посмотрел, так, видео, какие-то полезные, да, чик-чик-чик. Все, и он дальше там зависнет. Понимаете? А также я не рекомендую оставлять ссылку в комментариях, потому что это может попасть в спам. То есть YouTube это может расценить как спам, и в папочку спам люди этого просто не, видеть не будут. А уже авторы будут одобрять или не одобрять, но обычно комментарии с ссылками их просто удаляют. Потому что мало ли куда вы там ведете, да, никому не нравится это. Не начинают впаривать и впихивать. Вот такой вот нехитрый способ, партизанский маркетинг называется. Пожалуйста, применяйте. Он приведет вам достаточно хорошее количество новых партнеров в бизнес. Это несложно делать. Экспертные видео или лидеров мнений находите. То, что чаще всего смотрят ну, ваша целевая аудитория. Например, сетевики, да, кто там? Агафонов Антон. Достаточно известная личность в MLM индустрии. Вот. Переходим к нему, смотрим там последние видео, которые были загружены. Порядочные, да, сначала новые. И под новыми видео точно так же вы можете оставить у него комментарий. Люди будут заходить, смотреть. Но смотрите, чтобы важно, чтобы там была ваша целевая аудитория, чтобы эти видео смотрела ваша целевая аудитория. И так каждый день оставляете, вы так будете делать посевы, и вас будут находить. Окей, поехали дальше. Посев видео, третий метод, это что это означает? Это означает то, что ваши видео нужно распространять в разных социальных сетях, на разных площадках. Как это мы делаем? Сейчас на примере я вам все покажу. Находим открытую группу с вашей целевой аудиторией, смежная тематика. Выкладываем видео с актуальной темой. То есть то, что будет актуально той аудитории, которая находится в этой группе. Дальше. Ваше видео должно быть оптимизировано. И первые три строчки должны быть с вашими контактами на ресурсы, как я обучал вас ранее. Помните, да, что YouTube сразу показывает видео, и первые три строчки, которые есть, там должны быть контакты, которые будут вести. Воронки, сайты, прочее-прочее, вы сами это продумываете. И пост не должен быть пихарским. Что я имею в виду? То есть вы, когда пишете, будете делать посев, не нужно, опять-таки, продавать в лоб, я самый лучший. Вы просто хотите поделиться полезностью. У вас должен быть посыл дать полезность людям, которые там. Вот прямо от чистого сердца, да, потому что если у вас будет посыл, так, я напишу, ты мне должен подключиться, это не сработает. Ну, это как это, вселенная так устроена. Вот, кто-то верит в это, кто-то нет, но тем не менее, мое дело с вами поделиться. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь, да, нужно быть в отдавании. Например, заходим в контакт, выбираем сообщество, пишем там Faberlic, находим группу, вот я нашел, зашел, да, смотрим, чтобы она была открытая, вот, что, напишите что-нибудь. И давайте, у меня здесь выбираем какое-нибудь видео, которое, в принципе, будет полезно всем. Лучший способ рекламы. Все. Я захожу сюда и пишу, друзья, хочу с вами поделиться классным видео, которое приведет вам новых партнеров от души. Ссылку вставили. Все. Да, также вы можете посмотреть, что у вас тут в описании написано. Вот, даже вот так вот поделюсь методом. Все это даже будет интересно. Интересное описание. Плюс методом, который сейчас у меня работает наилучшим образом. Мы тестируем разные. От души. Рим. И опубликовали. Возможно, это видео удалят, возможно, нет. Но наше дело взять и поделиться вот от души полезностью. Да? Также, опять-таки, люди зайдут к вам, захотят, да, перейдут. Тут сразу, видите, контакты у нас есть.
все отлично, они могут нажать, заинтересоваться, я вам потом объясню, почему мы еще это делаем. Также можете вот другую группу, да, Oriflame, здесь, например, сообщество закрыто, ну, мы точно так же можем оставлять в комментариях. Заходим, смотрим, здесь пишем и отправляем. Также в следующем, смотрим там, где больше комментариев. Так, смотрим, да, смотрите, здесь еще как бы, ну, ссылка в комментариях, как картиночка не распознается, поэтому мы можем сделать следующее. Может быть, у вас уже есть готовая, но я сейчас не буду искать. А, у меня есть готовая картинка, а обложка этого видео, я просто сделаю вот так вот, превьюшку. Вот. Щелкну, чтобы вставить. По-хорошему вам нужно готовую картинку туда. Все. Раз. Прикрепляем фотку. Чтобы это было, да, наглядно видно, что вы оставляете, что это видео. Все. Человек нажмет, будет понятно. И он такой зашел, читает комментарии. Тут поделюсь методом. Ничего такого. Вы не впихиваете свой продукт, ничего такого. Вы просто делитесь полезностью. Окей? Вот, все отлично. Теперь это был как раз таки третий метод по себе видео. Ваше видео должно быть оптимизировано, запомните обязательно, чтобы все было. И ни в коем случае не впихивайте в комментариях свой продукт, свою компанию. Просто делитесь полезностью. Дальше, через сторис. Вкладывайте сторис с призывом перейти и посмотреть полное видео. Это можно делать как в ВКонтакте, так и в Инстаграме. То есть говорите, что сняли новое видео, да? 4 новых метода, которые приведут вам 10 клиентов в день, партнеров в день. Свайпа вверх, переходи по ссылке, там нажимай, смотри полную версию видео. Все. А как бы должна быть интрига. Сторис должен вызывать интригу, чтобы люди захотели перейти посмотреть. Если человеку это актуальна тема, и ему, ну, это нужно, он также возьмет, свайпнет, перейдет на ваш, то есть YouTube канал. Но помните, что в Instagram у вас должно быть более 10 тысяч подписчиков, чтобы вы могли привязывать ссылку для того, чтобы при свайпе, ну, шла переадресация. Подписка на канал зависит от того, насколько вы грамотно оптимизировали все до этого момента, как я показывал. То есть ваш канал, опять я повторяю, должен быть красиво оформлен, оптимизирован сам канал, видео и все. Все должно быть по алгоритму, по чек-листу, все, как я вам до этого рассказывал. И пятое. Почему? Почему? YouTube позволяет создавать вам вашу лояльную аудиторию. То есть не нужно рассчитывать еще на то, что вот я скинул там видео, посмотрел, кому-то откомментировал, что вот ко мне сейчас повалят клиенты. Да, люди подписываются на вас, они будут получать на почту о том, что у вас выходит новое видео, да, если колокольчик поставить. Они будут смотреть вас, привыкать к вам, то есть холодную аудиторию вы превращаете постепенно в теплую. И когда у вас будет там какое-то продающее видео, очень интересно, они до этого поняли, что вы эксперт, что вы можете научить, что им в принципе откликаются ваши ценности, ваша экспертность, то, как вы выглядите, как вы говорите, как вы ведете команду, чему вы обучаете, ваши знания, да? И если все схлопывается, то он просто вам напишет по контактам, которые вы оставляете под своими видео, и готовый партнер. Бывает так, что люди могут через год прийти. Вы понимаете, что видео на YouTube – это агенты, которых вы запустили в момент, когда загрузили видео, да, выпустили его. И эти агенты сами по себе гуляют по социальной сети, по YouTube, да, и приводят вам постепенно горячих клиентов, потому что как раз таки YouTube и делает их горячими, потому что за вами смотрят, за вами следят, влюбляются и переходят с темной стороны на светлую сторону, то есть к вам. Холодные контакты превращаются в теплые. Понятно, да? Я сейчас объяснил, как это происходит. И обязательно давайте полезный контент не только о компании, где вы будете рассказывать, вот новый каталог, вот новая акция, вот такая помадка, вот так наносить, а еще давайте экспертные, то есть по бизнесу. Как развивать бизнес, что нужно делать, шаги сливаются, почему, как не допускать. Ну, в общем, вы должны проработать свою целевую аудиторию, тогда вы сможете более точечно бить ну, в экспертные видео. Ну и также я вас обучал, вы можете его найти на моем канале,
как подобрать топовые темы, которые будут смотреть сетевики и предприниматели, для которых актуально это все, которым важно то, что вы будете показывать, которые будут хотеть смотреть именно то, что вы им показываете, понимаете? Вот. Вы можете найти у меня это на канале или на моем курсе, где я обучаю как раз этому, как все это упаковать в ваш канал. Если вам было полезно это видео, а я думаю, что оно было полезно, если у вас еще какие-то методы, пожалуйста, поделитесь в комментариях под этим видео. Это будет полезно не только мне, это будет полезно людям, которые точно так же, как и вы, развиваете бизнес. Я хочу сказать, что от меня, от тебя, от вас всех зависит будущее индустрии. И мне очень хочется, чтобы больше людей узнавало об экологичном бизнесе, о том, что можно зарабатывать без вложения, о том, что даже дома, сидя с детьми, ты можешь создавать бизнес, империю и вести бизнес телефона с любой точки мира. И никто другой, а именно мы с вами, как раз таки создаем вот эту вот атмосферу в сетевой индустрии. Если вам было полезно, подписывайся, скоро будут новые видео, не менее интересные, продуктивные, полезные для вашего бизнеса. Ну а с вами был Владимир Ковленко. Пока-пока, до скорых встреч!